Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Александра Поренева. Я являюсь партнером компании Атоми, нахожусь в ранге мастер Шаронской розы, также являюсь руководителем образовательного центра. Сегодня я хотела бы посвятить занятие маркетинг-плану Атоми, основополагающая тема. Если вы хотите монетизировать свой доход в Атоми, монетизировать свою деятельность, получать выплаты, поэтому сегодня очень простую схему я вам дам, как выйти в Атоми на первую выплату. Очень много роликов гуляет в социальных сетях про маркетинг-план Атоми, но, как правило, новичку ничего не понятно, если он посмотрит эти видео. Я сегодня дам вам простую схему, как выйти на первое вознаграждение, что нужно делать. Итак, начнем. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Первое, с чего нужно начать, это создать личный кабинет в Атоми. Я надеюсь, кто смотрит эту лекцию, личный кабинет в Атоми не имеет. Если же нет, то тогда вы можете написать мне по контактам, которые находятся под данным видео, написать в любой удобный мессенджер, и я вам этот кабинет создам. И второе, что нужно сделать, это хорошенечко изучить маркетинг-план. Когда мы начинаем заниматься какой-то новой деятельностью, естественно, сначала что мы делаем? Занимаемся теоретическими знаниями, черпаем, впитываем информацию, чтобы потом ее правильно применить. То же самое и в Атоми. Чтобы здесь монетизировать покупки, выйти на первое вознаграждение, вы должны хорошо понимать, откуда здесь берутся деньги. В компенсационном плане Атоми по Кангелям, председателям компании, предусмотрена целая система выплат участникам компании и распределения прибыли. Об этом председатель компании позаботился. То есть часть прибыли компании, она идет не на рекламу, на ТВ, на билбордах и так далее, она идет как выплата непосредственно участникам Атоми. Но мы сегодня поговорим с вами немного о другом. Мы поговорим сегодня о том, как нам здесь заработать, тем людям, которые покупают Атоми и имеют свой личный кабинет. Итак, прежде чем начать заниматься Атоми, убедитесь, что у вас первое есть личный кабинет, и второе, вы хорошо изучили маркетинг-план. Давайте представим, мы заходим на торговую площадку Атоми. Давайте с вами изобразим наш кабинет, наш личный кабинет, нашу ячейку на интернет-площадке Атоми в виде вот такого вот квадратика. Я здесь вписала себя. Когда мой спонсор меня регистрировал, то выслал при регистрации данный ID и пароль. Эти данные, под которыми я захожу уже четвертый год, делаю покупки и, соответственно, регистрирую своих партнеров, привлекаю участников также через свой личный кабинет. Допустим, что наша ячейка, наше место в этой матрице выглядит вот таким вот образом. Что происходит дальше? У меня есть подруга, ее зовут Маша. Маша ко мне обратилась и спросила: «Александра, у тебя так потрясающе выглядит лицо, такая сияющая, ухоженная кожа. Какой косметикой ты пользуешься? Как ты ухаживаешь? Каким косметологом ты ходишь?» И я говорю: «Маша, Маша, я не хожу к косметологам. Уже четвертый год подряд я пользуюсь продукцией компании Атоми. Покупаю косметику на интернет-платформе Атоми». Маша мне отвечает, что я тоже хочу тогда приобрести этот бренд себе в личное пользование. И тут я понимаю и знаю, что моя подруга Маша, она живет в Москве, и по ее просьбе создаю ей личный кабинет. Ее личный кабинет автоматически прикрепляется к моему. Маша прикрепляется к пункту выдачи в Москве и благополучно заказывает свою заветную косметику с торговой платформы Atomy с бесплатной доставкой в тот город, где она живет. И продолжает пользоваться и наслаждаться Atomy. Поехали дальше.
Затем ко мне обращается моя подруга Саша и спрашивает: «Александра, ты рекламировала в своем инстаграм-аккаунте витамин С. Ты знаешь, у меня сейчас вся семья болеет, я бы хотела приобрести какой-то хороший БАД для поддержания здоровья и хотела бы попробовать витамин С от Атоми. Саша живет в Оренбурге». Я ей говорю: «Саш, конечно же, не вопрос, давай я тебе заведу личный кабинет в Атоми, и ты сможешь получить свой витамин С бесплатно в пункте выдачи в Оренбурге». И, соответственно, что я делаю? Я завожу Саше кабинет, который автоматически прикрепляется к моему кабинету, к кабинету Маши, и становится отдельной ячейкой в матрице Атоми. Что происходит дальше? Ко мне обращается Даша и также спрашивает про уход для лица и о возможности выслать набор косметики в Испанию, так как она живет сейчас с семьей в Испании. Я говорю Даше: «Даш, нет необходимости мне из России высылать тебе косметику в Испанию, потому что ты можешь также купить ее на торговой площадке Атоми с доставкой до того города, где ты живешь». И Даша, я завожу Даше личный кабинет в Атоми, Даша делает заказ и получает косметику Атоми в Испании. Возможно, я могла бы пожадничать, не рассказать своим подругам о этой прекрасной марке и почему я так хорошо выгляжу. Но, естественно, это не про меня, поэтому я благополучно завела моим подругам личные кабинеты и продолжаю также их заводить всем обратившимся ко мне людям. То есть мои люди, которые пришли ко мне, обратились ко мне, они становятся в определенную структуру. Что происходит дальше? А дальше Маша настолько вдохновляется продукцией Атоми, что она начинает активно ее заказывать. И помимо косметики, также еще заказывает биологически активные добавки, заказывает товары для дома. И на ее личном аккаунте накапливается 300 тысяч PV. Что такое 300 тысяч PV? Давайте с вами посмотрим следующий слайд. 300 тысяч PV – это баллы, либо point value, которые присваиваются за покупку того либо иного товара. Давайте посмотрим верхний угол, и мы увидим препарат Химахим, биологически активную добавку, которую, как мы видим, стоит 7000 рублей. И чуть ниже голубым написано, что Химахим весит 55 тысяч PV. И окинем взгляды другие продукты. Вы видите, что разные продукты разной стоимостью дают определенное количество PV или point value или баллов. То есть, совершая покупки в Атоме, вы накапливаете баллы. Двигаемся дальше. Какую картину мы с вами видим? А мы видим, что Маша уже заказала товары в Атоме на 300 тысяч PV. И Саша также в Оренбург заказала товаров на 170 тысяч PV. А Даша сделала шопинг в Испании на 130 тысяч PV. Как мы можем эти PV, эти покупки, эти баллы использовать для монетизации покупок? Итак, перейдем с вами к следующему слайду. Слайд посложнее, но мы с вами сейчас его разберем. Вспоминаем кабинет Маши, которая накопила 300 тысяч PV на личном аккаунте. Вспоминаем кабинет Саши и Даши, которые общим итогом накопили в своих кабинетах 300 тысяч PV. То есть получается, мои подруги в общей сложности, Маша, Саша и Даша, накопили данный товарооборот. Маша 300 и Саша и Даша в общей сложности 300 тысяч PV. Чтобы Маше получить вознаграждение в размере 3500 рублей, ей необходимо зарегистрировать свою веточку Сашу 2 и Дашу 2, так я их поименовала, да? То есть Маше нужно начать строить свою структуру, и в этой структуре должен пройти товарооборот в размере 300 тысяч PV. То есть у нас с вами образовался своего рода такой треугольник. То есть у Маши на личном аккаунте накоплено 300 тысяч PV,
У Саши и Даши в левой стороне, да, от Маши накоплено 300 тысяч PV. И в правой стороне от Маши у Саши 2 и у Даши 2 в общей сложности накоплено 300 тысяч PV. Маша получает свое первое вознаграждение за проведенный товарооборот. Давайте с вами посчитаем, сколько в рублях должно пройти товарооборота в Машиных ветках, чтобы она вышла на данное вознаграждение. Посмотрим с вами следующий слайд. Здесь я выделила набор для ухода за кожей Fame, который дает при его покупке 55 тысяч PV. Стоимость данного набора составляет 7 тысяч рублей. Сколько таких наборов нам нужно купить, чтобы накопить на личном аккаунте 300 тысяч PV, либо чтобы у нас прошел товарооборот по правой и по левой ветке в таком размере? Правильно, нам нужно с вами купить 6 таких наборов. В рублевом эквиваленте это составляет 42 тысячи рублей. То есть вернемся к предыдущему слайду и посмотрим с вами, что Маша должна на своем аккаунте, если она будет покупать наборы Fame, накопить 42 тысячи рублей или сделать покупки на эту сумму, соответственно. И в левой и правой стороне у Маши должен пройти товарооборот в размере 42 тысяч рублей. И тут вы скажете, как же это много нужно накапливать, чтобы получить такую маленькую выплату в размере 3500 рублей. Согласна с вами, имея такую маленькую структуру, как у Маши из 4 человек, это очень сложно, но давайте посмотрим пример моей структуры. Это только часть левой ветки. И сейчас я думаю, что у вас уже пришло понимание, что не нужно делать этот товарооборот 4 людям, которые у вас находятся в ветке, а этот товарооборот могут сделать все те люди, которых вы зарегистрировали. То есть, когда у вас большая структура и у вас много зарегистрированных приглашенных людей, то такой товарооборот у вас может проходить хоть каждый день. Представьте, что каждый день вы можете, скажем так, прогонять этот товарооборот по левой и по правой ветке в 300 тысяч PV. А имея такую структуру, как изображена здесь на данном слайде, это не составит никакого труда. И представьте, что это вознаграждение к вам приходит каждый день. Если умножить количество дней в месяце на вознаграждение в размере 3500 рублей, единственное, что в воскресенье в Атоме это выходные дни, поэтому из расчета 1 месяц 30 дней мы уберем с вами 4 воскресенья, получается 26 дней, которые у вас могут работать и у вас могут проходить данные вознаграждения. Умножьте 26 дней на 3500, и вы сами поймете, да, вы сами можете все прекрасно посчитать. То есть порядка 90 тысяч рублей можно просто зарабатывать на товарообороте вашей структуры. И не обязательно это должны быть ваши заказы. Это будут заказы людей, которые хотят пользоваться Atomi, пользуются Atomi, и новых привлеченных вами людей. И при такой структуре, при большой структуре это реально, потому что вы привлекаете людей, которые шопятся. Эти люди, которых вы привлекли, они привлекают еще новых людей, которые также хотят пользоваться продуктом Atomi. То есть по факту ваш интернет-магазин, он набирает на обороты, он разрастается как снежный ком, и он вам начинает приносить доход. Представьте, что вы открываете свой интернет-магазин, и вам нужно нагнать трафик на него, сделать рекламу своего интернет-магазина, и по факту те люди, которые у вас покупают на вашей площадке, они имеют личный кабинет, такой же, какой здесь мы видим на данном слайде, кабинет в Atomi, но при этом при правильном построении структуры вы имеете право на получение вознаграждения.
Ну и давайте вернемся к той ситуации, которая у нас была. Если же Маша не строит свою структуру, она не зарегистрировала ни Сашу 2, ни Дашу 2, то вознаграждение Маше не приходит. Какой бы товарооборот в ее левой ветке не проходил, она не получает, ничего не получает. Поэтому здесь важно грамотно построить структуру и направить людей, следить за балансом своим, своего личного кабинета и обращать внимание, как работают ваши ветки, какой товарооборот накапливают. Возвращаясь к предыдущему слайду, еще раз подчеркну, что какой бы товарооборот ни делала Маша в своем личном кабинете, какой бы шопинг ни происходил у Саши и у Даши, и у всех нижестоящих или позже зарегистрированных партнеров, Маша вознаграждение не получит. Маше необходимо регистрировать и привлекать партнеров в свою правую ветку и строить свою структуру. Подытоживая вышесказанное, вы либо остаетесь простым потребителем, покупателем, либо вы можете включиться в маркетинг-план, ознакомиться с ним подробнее, правильно выстроить свою структуру, привлекать людей или по-другому рекомендовать продукт людям, и таким образом вы сможете монетизировать свой доход, который со временем у вас превращается в пассивный.